Всем доброго здоровья! Сегодня 4 августа. Только вот приехал к себе в родовое поместье. Был на фестивале «Уральский хоровод» Большой Медведицы. Здесь все прекрасно. Сейчас вечер, правда, темно. Все хорошо. Дождички прошли. Наконец-то. Но тут сюрприз мне небольшой, приятный. Сейчас вот пришел, смотрю, а у меня тут пчелки ходят по улью. Вот, смотрите. Похоже, поселилась у меня здесь семья. Ульи я пока не заглядывал. У меня, во-первых, нет. Маски. Даже на комарника никого нет. Поэтому я открывать пока не буду крышку. Но вот сейчас вечер, их не должно быть много. Вот видите. В общем, ура, ура. Можете меня поздравить. Сами прилетели. Если помните, 30 июня я его поставил. Здесь улей. Пустой, без пчел. Их целый месяц не было. И вот, наконец-то, прилетели. Ну что ж, еще целый месяц у нас лето. Ждем, ждем грибы. Грибов еще не было. Ну и вообще, будем радоваться. Лето. Будем смотреть, кто здесь поселился. Подарочка. Не, сейчас это сначала. Рамка механически заставлена. Кто-то не ползает. Ползает. Есть кто-то там, да, ползает. Это так облизывает, летают. Воровки. То есть никто не поселился в воровке? Да, они обнаружили, что здесь это кто-то есть. Прилетают. Облизывать. Ну, у меня такая мысль тоже была, кстати, что отсюда уж больно они. Так, чудесно. Там сахар, сахар. Украли весь мед. Да, просто это, как на типа разведчицы. Прилетали, облизывали, все равно пахнет же эти же. Они же сушь. Они медом-то пахнут, они прилетают на него. Да. Понятно. Вот там шмель вон. Шмель вот тоже. Шмель даже. Вот домик. Надо это проверить. Кто так это? Может, он будет стоять, кто-нибудь прилетит. У нас роет уже, два роя-то улетело. Две разроились, и это... Ну ты поздно привез, вот, чуть-чуть пораньше бы, может быть, они бы и поселились все. А так здесь в каком-нибудь дупле сидят он, на дереве. Доброго утречка. 7 августа. Побыл здесь дома несколько деньков всего. И опять уезжаю. В этот раз на Алтай. Побываю там в горах, в родовых поместьях, поселениях. Не сидится мне этим летом дома.
куда-то еду путешествовать. Обязательно вам все покажу, расскажу. До встречи. Сегодня уже 24 августа. Только что вернулся домой, в родовое поместье. Был я на Алтае, как я уже говорил. Хорошо попутешествовал, пофестивалил, на фестивале купалица, заехал в два родовых поселения, познакомился с людьми, посмотрел, как там они живут. В общем, обменялся опытом. После Алтая сразу заехал в родовое поселение Большая Медведица. Они отмечали 15 лет поселению, день рождения, с корабля на бал получилось. И вот сегодня только вернулся себе в родовое поместье. Здесь все хорошо. Появились грибы, много грибов, много воды, река наполнилась, озеро наполнилось. Лето потихонечку подходит к концу, хотя осень еще и не пахнет. Тепло, светло. Еще целая неделя лета. После дождей пруд переполнился. Второй мостик затопило. Ну, в принципе, по нему можно ходить. Камыши вот тут разрастаются. Ива там. Для лозы хорошо пошла. Ну, кувшинки уже отцвели. Ну, вроде в порядке. Будем ждать следующего года. Хорошо. Озеро чистое, полное. Вспомнил про лук, что у меня в грядке все еще сидит. Но вроде не сгнил, но и урожай, правда, не очень. Так, экспериментальная была грядка. Варю вот кашу с грибами. Сходил, прогулялся, набрал рыжиков. Маслят немножко. Пока грибы варятся. Еще несколько. Пару обгабков и красноголовик. Их вот на сушку сейчас отправил. Ну, на ниточку, может, одену. Хорошо. Пришел в деревню Дубасово на свой участок, где сгорел дом. И тут очень много сливы. Прям урожай. Хорошая желтая крупная слива. Вон уже попадала. В основном желтая. Там еще мелкая какая-то есть. И там желтая. И в конце там один кустик красный. Поближе подойду, покажу. Наелся желтой сливы. Собрал косточек. И вот собрал еще немножко. Баночку буду угощать или варенье. И вот смотрите, здесь все красное, небольшая. Вот какие тут веточки шикарные. Красная она, кисловатая, но зато она крупная. Красота. Надо еще яблони сходить посмотреть. Желтую сливу
сливу решил сварить варенье. Не знаю, как это делается. Просто сахаром засыпал, добавил немножко водички и варю. Времени немного, у меня где-то час остался. Уезжаю в Мурзинку на несколько дней. До конца месяца, видимо. Но я думаю, успеет свариться. А красную возьму с собой. Там сидим. Свежий. По дороге мне попался красноголовик и парочку абабков. Решил попробовать вот засушить. Не знаю, как будет погода. Как я уже говорил, уезжаю на несколько дней в Мурзинку. Посмотрим, что получится. Надо было, конечно, потоньше, ну да ладно. Некогда мне, тороплюсь. А сегодня уже 31 августа. Только что приехал из Мурзинки. Так получилось, что весь август пропутешествовал. В поместье был мало. Но путешествовать тоже нужно, тоже интересно. Делиться опытом. Краски предосенние уже. Лето закончилось почти что. Сделал при этом немало, при том, что путешествовал. В общем, все прекрасно. Впереди осень. Сейчас вот чаю попью и пойду за грибами. Много грибов. Увидимся после сентября или в сентябре. Не прощаюсь. Живите в родовых поместьях. На земле быть добру.